Привет, друзья, вы смотрите банальное ТВ, с вами Турбо. Сегодня мы продолжаем играть в Mobile Empire. Это наша корпорация Banalphone, по-моему, да, называется? Я уже забыл, прошлая серия больше недели назад вроде бы вышла. А здесь, короче, были какие-то обновления, и, в общем, русский язык решили нахрен просто вырезать из этого, из игры. Поэтому теперь будем учиться только на английском языке все это читать. Видимо, там было много гневных комментариев, мол, ваш русский язык полное говно. Ну, либо они просто посмотрели мои видео и поняли, что их русский язык — это полное говно. Хотя откуда им знать, они же русский язык не понимают. В общем, не знаю. А может, они сейчас, кстати, работают над нормальным русским. Так, что здесь у нас? Я забыл. A fun comment. My classmates and I are using your products. I think they are good and I will keep on dissemination for free for you. Ничего не понял, ну ладно. Давайте будем создавать новый телефон. Свободный дизайн. Во, у нас, кстати, появился новый дизайн. Вот такой вот. Давайте его тогда сделаем. Это будет, короче... так, давайте, подожди, какие у нас были телефоны? LG, Fiji. Так, ну, Турбофон, что-то мне не хватает. Да я давайте в честь кого-нибудь. Пусть это будет в честь Джея Лайтмана. Кто знает, тот знает. Это будет Джей Фонд. J-Phone, кстати, звучит неплохо, J-Phone. Next. Ориентация. Цена. Цена, ну подешевле сделаем цену. Видите, так он хуже становится. Good. Качество good. Selling point. Ну да, точка продаж. Интерактивный специалист. Экстремальный... Сын. Ну, короче, в любом случае, вот это надо выбрать все. Стартуем. Management strategy. Regular management. А, ну вот, это вот то, что там все время на китайском было. Давайте regular management. Типа обычное менеджментирование. Да, мой английский, конечно, оставляет желать лучшего. Так, авто. Complete. Здесь будем все авто делать, потому что я особо не разбираюсь. Так, что мы можем здесь? Капитал. Можем в магазине что-то покупать. Можем лоун. Лоун — это, по идее, какая-то аренда. А, ну это типа можем брать кредит, грубо говоря. Давайте ускоримся. Beginner mission. Develop two new technologies. Надо, короче, две новые технологии изучить. Интеллигенция, что это такое? Ладно, это пока мы не будем. Технологии, надо две новые каких-то технологии. Дизайн. Ой, хочу какой-нибудь новый офигенный. Во, вот такой-то, знаете, чтобы... Блин, 48 миллионов, вы что, охерели? Сколько у меня денег? А, у меня 400 тысяч, в принципе, можно. High Dallas Configuration. Короче, поздравляю, ваша компания выиграла самую худшую конфигурацию. Минус 10 тысяч фанатов. Но у меня так фанатов-то нет, куда и минус 10 тысяч. Маркетинг. О, маркетинг открыли. Маркетинг. Теперь можем рекламировать. По идее, что-то. Коммерсант. Что это такое? Подождите, это я что-то еще не понял. Это вот это что-то новое открылось у нас? Вот это? Здесь все закрыто. Да, наверное, это вот это открыли. В общем, не важно, подождите. Давайте мы что-нибудь изучим. Я хочу вот такой вот дизайн, мне кажется, классик бизнес. Не, хрень, вот такая вот для игр, короче, у нас будет игровой телефон. Давайте за 48. За 48 миллионов его изучим. И еще на что-нибудь новое. Кстати, вот этот звук покупки, как из этого, как из SLRR, как мне кажется. Перформанс. Но это очень дорого. Мы на такое еще пока что не способны. Вот камеру какую-нибудь можно крутую намутить. Electronic Anti-Shake. Давайте тоже изучим. Нормально будет. Будет топовый телефон у нас, друзья. Так, разработка идет. Подождите, давайте все-таки попробуем. Вот тут посмотреть. Event Online. Celebrity Star Network. Confirm to... Окей. Стратегия Network. Ну, типа в сети мы что-то будем прокачивать. Ой, что я сделал? Авто. Complete. В общем, дальше мы создаем наш J-Phone. Hey boss, there are financial difficulties on in our foundry, and our new mobile capacity may be greatly affected. Чего? Блин, надо все-таки лучше на ломаном русском, чем на самом деле непонятном английском. Я все-таки не англичанин. Не английский, далеко не родной язык, я в английском вообще ничего не шарю, на самом деле. Камера. Чего? А, мы дизайн уже выучили? Так быстро.
Так, develop to new technology. Ну, по идее, я правильно понял. Так, мы можем, кстати, да вот, заслать куда-то. Давайте вот это сделаем. The product of light and thin body will be favored by people. Light and thin body. Что это значит? Что это, мать его, знаю? Ничего не понимаю, блин, зря только деньги потратил. 10 миллионов, ни на что, потому что я... Так, подождите. Стратегия, результат... Что, что вообще получилось? Мы что-нибудь про что-нибудь вообще сделали? Интеллигенс. Да, иди же. Так. Авто. Комплит. Company strategy unlocked. Босс. Стратегия департамента is established. Компания upgrade will be. Давайте посмотрим, что такое. Стратегия. Блин, сложно, на английском непонятно. Я думаю, это будет последняя серия, пока нормальный русский язык не выйдет, потому что реально ничего не понятно. Попробуем сделать, конечно, какой-нибудь хороший телефон. Но это вряд ли у нас получится, дорогие друзья. Вряд ли это у нас с вами получится. Не, у вас-то может и получится, но вот у меня. Ну, кстати, турбо КПК продается. Подождите, я кошечку сейчас впущу. Так, друзья, извиняюсь, я снова здесь. Кошечку впустил, это мой самый главный помощник. Привет, босс. Recently employee Alexis Luke preoccupied and seems not to focus the work. Окей, давайте это... это поговорить, ничего не понятно здесь. Нахрен, не хочу. Там на том ломаном русском-то было непонятно, на этом английском еще хуже будет. Потому что я далеко не англичанин. Кстати, нормально, у нас продаются телефоны на 3 миллиона... Ну, если не считать зарплату. Launch event. Так, давайте выберем... давайте вот так вот, чисто по этому. Ну так. Не очень дорого будем представлять наш телефон. Банал фон. Launch event. J-фон. 5, 4, 3, 2, 1. И представляем. И это J-фон. Посмотрите, кстати, какие у него кнопки офигенные. Чё вы орёте, ублюдки? Хороший телефон. Петухи. Вот петухи, а. Чё, мне нравится. Хороший телефон. Не понравился ему телефон. Бестселлер, да отстаньте его, нормально. Главное, что покупают даже мои говняные телефоны. На самом деле, хороший телефон. А Intel launched XS series mobile processors, бла-бла-бла. Outsource fun comment. Да блин, что так много текста, дайте мне на чем-нибудь-то определиться. Что это такое? Ability. Софи. Re-signation. Давайте, блин, 19 миллионов сейчас на что-то потратим. Не знаю на что, но ладно. Так, интеллигенс. Блин, мы на последнем месте, смотрите, у нас всего 0.1% нами пользуются, нашими телефонами. Это очень мало. Это очень, мать его, мало. Так, надо... Подождите, надо... Давайте еще технологии поизучаем новые какие-нибудь. Дизайн. Не, ну дизайн у нас Classic Blade. О, прикольно, кстати. У меня такой был когда-то. Нет, у меня такого не было. Шутка, вру. Это вроде Motorola, кстати. Так, здесь... Блин, я не знаю, что... Audio Vision. ISV Screen. SLCD скрин. Блин, ну это долго прям будет изучаться. Давайте вот это вот изучим. System software. Капец дорого. Камера, suspense. Что это значит? Я не понимаю, мы когда-нибудь камеру-то изучим эту новую? Не понимаю, ладно, давайте пока изучать. Пока не будем ничего создавать, пока деньги у нас есть. Что это придурок делает? Смотрите, по 11 миллионов. Mark Time, congratulations, your company won the Mark Time. Блин, еще минус фанат. У нас 10 фанатов всего это, и все это, вот они и есть с фанаты сами себя. О, отлично, нам 40 лямов дали. Hey boss, the volume production if mobile... Давайте, эффект плюс 7.5% что-то там продаж, что-то там. Так, через 8 недель, сейчас еще это изучим. Хотя, по идее, мы же можем сразу много чего изучать. Ой, это дорого. Equipment. Bluetooth. Ёб твою жопу, как много. Давайте инфракрасный порт тоже изучим. Чтоб передавать картиночки можно было друг другу на переменках. Это же вообще изи. Это самое любимое занятие всех вообще. Что это твой ивент? Окей.
хз, что это значит, ну ладно. Поехали дальше. В общем, нормально, мы зарабатываем по 9 лямов в неделю, в принципе, не так уж и плохо, по 10 почти. Учитывая, что наш телефон, ну это как-то на самом деле прям изи получается. Привет, босс. Какого-то лояльность упала. Да идите в жопу, я все равно не могу вам ничего объяснить, потому что я ничего не понимаю. Что это такое? Ну да, наша компания пока что вообще в жопе, к сожалению. Но мы с этим, точнее я с этим еще не могу делать. Competitor Unlocked. Что такое Competitor? Львове это Lenovo? Samsung это Samsung? Блин, немного непонятно. Мы можем подружиться с кем-то. Что-то такое сделать. Можем подарок подарить. Можем что-то там поделать еще, короче. Ну вот он, блин, ничего все равно не понимаю из-за того, что все на английском. Поэтому, к сожалению, мне непонятно, что это. Надеюсь, что все-таки русский язык выйдет. На английском играть вообще нереально, по крайней мере, мне, к сожалению. Так, давайте сейчас будем делать новый телефон. О, субконтракт. А что, чем отличается? Не, давай все-таки вот это вот будет прям... Это будет, короче, GameFone 1. GameFone 1, короче, нормально. Первый GameFone. Не GameFone, а GameFone в мире. Не забывайте. Почему дешевый? Low-end, mid-low-end. Давайте, чтобы он был подороже. По идее, это же цена. Вот, хорошего качества. А, понял. Extremely good. Extremely... Давайте вот так. Я не знаю, что это. А, не-не. Давайте вот так сделаем. Старт. Я не знаю, что это значит. Это мы пока что ничего не можем. Next. Так, автоматически пусть все сделается. Ага, нормально, нормально. Так, и пусть пока кто-нибудь какую-нибудь еще технологию изучает, материал. System Software, Common Tools. Может, это тоже надо все-таки? Common Tools. И вот тут где-то еще такой Performance тоже что-нибудь. Ну, типа, вообще, можно самому, типа, сделать КПУ. Chip Naming. Пусть будет BTV называется, Chip Research Funding. Вот здесь можно что-то еще поднастроить. Фреймворк, процессинг, core технологии. Не знаю, что я сделал. Блин, непонятно. Надо все-таки реально без русского, ребят. Извините, что я сел записывать и ничего не понимаю. Поэтому все-таки в следующей серии, наверное... Следующая серия будет только тогда, когда сделают русский язык нормально. Наверное, так. Ну и учитывая... Посмотрим на ваши, в общем, просмотры. Вот. И уже от этого будем исходить. От этого. Ну и плюс в комментариях пишите ваши предложения, пожелания и все в этом роде. Ну все, автоматически опять все комплит. Потому что я-то сам ничего не понимаю. Я ж дурачок. Не разобравшись, играю в игры, как дурак, в общем. Что тут такое? Паблик башинг, это, короче, типа обосрать публично. Ну ладно, нахрен это надо. Интеллигенция... Это типа люди, которые могут понимать, покупать в такой или такой целевой, ценовой категории. То есть, вот я вроде вот эту сделал как раз это большинство людей покупает именно такие телефоны. Понятно. Надеюсь, что этот телефон получится хорошим. А я просто не понимаю, вот то, что я изучаю, это они сами автоматически туда все вкрапляют в телефоны? Или это нужно как-то самому? Кстати, давайте историю посмотрим. J-Phone продался на сколько? Вот это, видимо, volume это и есть, типа, да, продажи? Я думаю, да. То есть, 433 тысячи, 345 тысяч. 530 тысяч, кстати, вот. Первый мой телефон, он получился в итоге самым лучшим. На 530 тысяч продаж. Ну, блин, учитывая, что это первый телефон, почему бестселлер? Потому что это хорошие продажи, как по мне. Но вот GameFone, я надеюсь, все-таки выстрелит, и люди будут его покупать и играть на уроках. Школьники.
А, вот, вот тут вот, подождите. А если мы сделаем авто? А, ну смотрите, по идее мы здесь можем вот это все убирать, но я думал, что они это автоматически как-то делают. Или не делают, или делают. Блин, непонятно. Секьюр. Давайте попробуем что-нибудь понажимать, я не знаю. Юзабилити. Ну, например, вот так вот. Оно сохранится? Да. Давайте, давайте потыкаем тогда. Чё? А, подождите, оно тут... А, я понял, оно тут типа... Само. Дальше. А, видимо, так и надо было. Видимо, так, а я дурачок. Видимо, так и надо было делать. И я понял. Так, ну, OSK у нас нет другой, в общем, комплит. Видимо, так и... А, я дурак. Я просто дурак. Вы же понимаете меня. Вы же меня знаете. Так, давайте еще что-нибудь вот тут вот изучим. Bluetooth. Infrared Control VLAN. Gravity Sensor. Light Sensor. Что тут интересно еще? Pattern Lock. Давайте Pattern Lock. Давайте вообще, блин, надо много чего изучить. Ой, что, денег нет? Нет, деньги есть. Но, видимо, нельзя много сразу изучать. Вот это я так и не разобрал, что такое. A Diver Creates Miracle By. Давайте Star вот сделаем. Result Significant. Не знаю, что это значит. Ладно, сейчас JPhone, короче, сделаем. Ой, JPhone, GamePhone 1, короче, сделаем. И там посмотрим уже, что да как. Что да как. Да, видимо, надо было все-таки это нажимать. Да, да, блин, дурачок, дурачок, не знал. Я думал, что авто нажимаешь, они там автоматически распределяют все это дело. Так, ну опять не сам, не буду самый дорогой, короче. Релиз. GamePhone 1. Banal Phone Launch Event. 5, 4, 3, 2, 1. Один. Он просто идеален, друзья. Он просто идеален. Я лучше в своей жизни ничего на самом деле не видел. Чё вы орёте, ублюдки? Чё вы орёте? Да чё мне нравится? Ну, видимо, да. Видимо, я не нажимал всё. Неправильно. Неправильно. Нужно было... Нужно было, да-да-да. Сейчас сделаем, короче, еще один телефон по-быренькому и закончим серию. Только я уже буду все нажимать. А стратегия, что такое стратегия? Limited overtime. Sales are increased. Давайте вот это. Что-то мы прокачали, типа, но пока что ничего не понятно. Пока что ничего не понятно. Так, посмотрим, как наш телефон будет продаваться. Ну, хреново, наверное, продастся. Фастселлер, кстати, 54 тысячи. Нормально, то есть нам дали бонус. Так, давайте новый проект сразу. А, субконтракт. Кстати, блин, давайте вот быстренько изучим новый дизайн. Вот такой вот. 84 тысячи. Дорого, но делаем, делаем. Деньги есть. 84 миллиона, я хотел сказать. Engen Jet. Web Mobile Market Change. Recently Mobile Named GameFone 1. О, плюс 2000 фанатов. Фанаты пошли. Отлично. Пошли продажи. То есть GameFone оказался более успешным. Это хорошо. Меня это радует. Продается, продается, малыш. И меня это радует, друзья. Так, отлично. Новый проект. Делаем новый проект. Да-да-да. Вот смотрите, он прям вообще, короче, это будет Турбофон 2. А, не-не, пусть это будет Турбофон Блейд. Блин. Не, давай тогда Тифон. Нет, Туфон. Туфон, вот так вот. Туфон Блейд. Туфон Блейд. Звучит неплохо. Так, отлично. Так, а в ценовой категории в какой он будет? Тоже вот так вот сделаем, короче. У нас это было хорошо. Хорошо работало. Давайте вот так вот даже попробуем. Unlimited overtime. During R&D. Не знаю, что это. Давайте попробуем. Попробуем. Так, отлично. Делаем. Appearance. 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 Что такое appearance? Знаешь, такое. Материал. Можем даже материал какой-то выбрать.
материал PC. Давайте такой материал, я не знаю, что это такое. Appearance. Во-первых, сначала все делаем вот так вот на зелененько. Appearance побольше сделаем. Singles. Подождите, сейчас сделаем. Давайте вот так вот. Вот так, мне кажется, будет в самый раз. Так, сейчас посмотрю. Оно тут типа, ну да, оно само complete. Так, технологии. Надо пока что-нибудь тоже поизучать. Батарея. Дорого. Audio-Vision. ASV screen. Давайте изучим. Equipment. Сейчас поизучаем еще equipment. GPS давайте сделаем. Infrared control какой-то. Изучаем, ребят. Можно, кстати, подождите, можно... Industry News. Symbians. Пока давайте еще кого-нибудь наймем себе новенького. Блин, правда, тут нанимать сложно в том смысле, что... Что это такое? Кого-то за 30 миллионов мы себе подписали или что? Или это кому-то мы заплатили много денег? Так, где моя команда? Да-да, вот это моя команда. Защитник... О, кстати, а тут по-русски. Интересно. Так, надо кого-нибудь нам... Давайте попробуем. А, нету комнат для новых исследований. Как, а как их повышать? Ладно, не буду пока над этим заниматься. А, hey boss, бла-бла-бла. О, у меня получается, я просто тыркаю. Да ты задолбал. Ну пошел в жопу, дебил. Ведет себя как плохо. Ничего не понятно было, сейчас что я сделал, ну ладно. Так, history, сейчас посмотрим, GameFonus на 309 тысяч уже продался, но пока что это мало. А что это такое? А, это типа время продаж, видимо. У нас даже еще вот этот телефон продается. Неплохо. Неплохо, значит, работаем дальше. Геймфон у нас получился, в принципе, хороший. Сейчас посмотрим, каким у нас получится Two Phone Blade. Посмотрим, каким у нас получится, и уже дальше будем делать выводы. Так, окей, делаем чип. Чип Omar 5. О. Хороший чип, самый последний поставим, естественно. 64 мегабайта оперативной памяти. 256 мегабайт памяти просто. Вот. Что там дальше? Screen. Большой экран сделаем. А там можно еще голограмму какую-то делать. Так, отлично. Что дальше? Я это все сделал, да? Endurance. Nickel Sedman батарея. Так, никелевая батарея. Low. Сделаем такой худой его. Блин, это мы... технологию мы не можем никакую добавить, видимо. Так, дальше. Камера. Фронт-камера. Электроник антишейк сразу стоит или что? Я не знаю, что я делаю, но ладно. Хардвер. Тайл. Не знаю, что я делаю, но ладно. Так, комплит. Понатыкал всякого. Сейчас посмотрим, как это работает. Надо было все-таки сразу так делать. Я не знал, ребят, простите меня, пожалуйста. Я реально дурачок. Не изучил все до конца. И я думал, просто когда авто нажимаешь, что они автоматически там что-то добавляют сами. Но, к сожалению, это так не работает. Нормально у нас продается по 16 тысяч в неделю. По 15, по 16 тысяч в неделю. Наш геймфон, и это очень круто. Так, давайте тут сделаем. Ну, у нас Сабиан, ну это типа Симбиан. Так, вот это сразу сделаем так.
функциональность надо побольше, Fluency тоже, я не знаю, что такое юзабилити и функционалити. Давайте вот так даже, вот так сделаем. Идем назад, нажимаем Complete. Profit, негатив, Continue. Чего? Не знаю, что я сделал сейчас. Видимо, что-то плохо. Или что? Что я не понял, что я сделал. Почему-то там мне что-то написали, что-то нажал. Ну ладно. Я надеюсь, что этот телефон получится очень крутым. И он будет продаваться просто миллиардами копий по всему миру. Netizen comment. Wow, you guys released so slowly. Voicing is such a pain. Че? У нас тут 4000 фанатов, и это очень круто. Это очень круто. Мне это радует. Много фанатов мало не бывает. Так, давайте вообще все по самому дорогому сделаем и релизнуем. Смотрите, Two Phone Blade. Мне кажется, этот телефон просто взорвет просто всю индустрию. Он идеален. Хлопают. Отлично, первый раз клуб. 4999 рублей. Покупайте. Он хорош получился или плохой? Что тут все красненькое. Сеньор босс. Ну я надеюсь, что он получился хорошим. Босс апгрейд. Босс. Congratulations. And level up. A higher level in mob sale bonus. New blueprints and selling points. Все дела. Так, сейчас посмотрим на продажи. О, вы просто на это посмотрите. Бестселлер, лучший продавец, просто лучший. 112 тысяч в первую неделю, это же жесть. Это жесть, это дохренище. Во вторую 96 тысяч. Нормально. А ладно, друзья, давайте мы на этом будем потихонечку еще 4 тысяч фанатов заканчивать. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте свои большие пальцы вверх. Ой, блин, извините. Пишите свои какие-то комментарии. И новая серия по Mobile Empire не заставит себя долго ждать. Только при том условии, если добавят нормальный русский язык. В общем, ребят, всем удачи и всем пока-пока.